То тепло, то холодно, то снегопад, то мороз. За последние 2 недели погода в Магадане менялась очень часто. Что же нас ждет в следующие выходные, узнаем вместе с жителями областного центра. В субботу 12 февраля в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до -23 градусов. Днем до -16. Атмосферное давление очень высокое, 761 миллиметр ртутного столба. Ветер легкий, северный, до 2 метров в секунду. Влажность комфортная, 55%. В воскресенье 13 февраля в Магадане переменная облачность. Температура воздуха ночью -20, днем -16. Атмосферное давление очень высокое, 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Влажность комфортная, 50%.